Начинаем монтировать, начинаем. На-на-на! Что вы не ожидали? Я тоже. Ну, в общем, вот. Добрый вечер. Точнее, доброе утро. И сразу кофе, потому как, ну, блин, это ж я. Это все нормально. Теперь кофе отлично будет сочетаться вообще с моей жизнью. Сердечки просто в цвет моих волос. Зацените! Корни! Корни-то не покрасила! А, какой кошмар! Только тупенькие люди думают, что я корни не покрасила. Боже мой! Либо совсем недалекие. Поэтому спасибо, что вы не такие. Итак, кстати, цвет называется пинко. И я потом расскажу, где я его получила, как этот цвет вообще у меня вышел, потому как он, ну, не платиновый, как вы можете заметить, он будет смываться в течение какого-то времени, я потом его еще насыщенность добавлю, потому как мне мой мастер Эльфат дал. И да, вот такой вот у меня цвет волос, и как вы могли заметить в начале трансляции, я показала вам кусочек видео, ну, новое видео сегодня будет, обязательно сегодня будет, потому как, блин, я на свой канал на самом деле уже до хрена видео смонтировала. Вот я теперь понимаю Катю, когда ее там типа говорят: ой, ты там вообще видео не выкладываешь. А, ребят, вот вы просто... Вы когда хотите что-то сказать людям, а потом типа, нет, я другое видео, точно, вот-вот. И начинаешь два видео параллельно монтировать, одно не домонтируешь, а потом там, например, еще какое-то видео с коммерческой составляющей вдруг. И ты такой, ну, нахрен, я тогда буду заниматься своим. Вот, так что, да, поэтому новый цвет волос, новое видео, да и в целом, я надеюсь, у вас все хорошо и замечательно. А, и у меня в трансляции есть такая тема, как подарки парней, просто забавная история. Я вчера, когда возвращалась домой, вот уже с покрашенным цветом волос, эта история не про меня, но я имею в виду, что она была вот буквально... в промежутке в 12-часовом сейчас. И я, когда возвращалась домой, выходила из лифта, из нашего пассажирского маленького лифта, с огромным медведем, прям гигантским, девушка. И она выходила, и я такая думаю, ничего себе, у кого-то типа романтическая тема. Выхожу сегодня утром за кофе. И этот медведь на помойке. Бывший парень! Ту-ту-ру-ту-ту. Это грустно, но бывший парень. Ну, вы понимаете, типа, медведь ростом, может быть, больше, чем девушка. Наверное, да. Вот она его несла, она его еле несла. И она выкинула этот подарок. Так что парень, видимо, бывший. Катя Клэп тут. Ну... Бывает, человек куда-то едет, смотрит меня. Здрасте. Вот, так что будет все нормально. И, кстати, да, насчет Кати, она все спрашивала у меня, какой цвет волос, поэтому вот. Заценить. Так, Лера, куда идти учиться? Бедный медведь. Ты как-то по-другому разговариваешь. Нет, я так всегда разговариваю, я шепелявю, когда разговариваю с людьми, которые мне нравятся. Я всегда так буду перебирать эту тему, потому как, ну, вы мне нравитесь, а это значит, что... Это значит, я шепелявю. Больше это ничего не может значить. Посоветую какую-нибудь комедию. Боже мой, я даже не знаю, какую вам комедию посоветовать. Я всегда французские комедии люблю советовать, потому как они самые смешные, особенно старые комедии. Это просто классика. Астерикс Обеликс, «Миллион лет до нашей эры», Астерикс Обеликс «Миссия Клеопатра». Я не знаю. Вот, мне вот такие темы нравятся. А, кстати, сейчас я еще через минут 10 пойду в тренажерный зал, потому как, ну, надо. После этого еще у меня дело, но сегодня видео выйдет. Я сегодня прям постараюсь максимально, я буду сидеть до упора, пока вам не выгружу видео. Это видео сразу предупреждаю, хотя нет, не предупреждаю, это уж моя фишка, не предупреждать, что за видео выйдет. Вот. Я смотрела «Отбросы», да, первые два сезона, потому как первые два сезона самый норм. Я не читаю паблики, и особенно подобного рода паблики. Я хочу посмотреть сериал «Бесстыжие», но на Season 2 он заблокирован. Поэтому вот. Кстати, блин, я так хочу включить какую-нибудь милую музычку, что-то этакое. Ау, блин, я хочу что-нибудь такое, типа Perfection of Music. Perception. Perception. Что с волосами? А, они просто вот такие выцвели. Все, натуральный слез. Что тебе надо еще для удостоверения? Что? «Девственница Джейн» я начала смотреть, мне не понравилось. Очень красиво, спасибо большое. В общем, мне мой цвет волос нравится. Я всегда говорю, что не обращайте внимания на то, как на это смотрят другие люди, потому как... Ну, блин, знаете, мне еще так забавляет тот момент, что где-то процентов 60... Ладно, ну, окей. Не 60, потому как все-таки у меня уже довольно нормально такая аудитория сформировалась в этом вопросе. Но процентов, ну, почти половина, да, будем вот так говорить. Просто даже не могут покраситься. Вот. Так что пусть будет вот так. Я общаюсь с Берсиком, да, очень хорошо. Блин, кстати, всех шокировала новость про мамину свадьбу. Да, моя мама выходит замуж за моего отчима, с которым она уже 20 лет, и я буду на их свадьбе первая речь говорить. И мама такая: вот ты вовремя покрасилась. Я такая: да, я знаю. Я все делаю вовремя. Пыринг. Так, «Милые обманщицы» не буду смотреть, мне даже название не нравится. «Милые обманщицы». Ой, как интересно. Очень сильно затрагивает меня. Так, я прям что-то очень хотела трансляцию провести. На самом деле, мою традицию забыла. И вот сейчас лью мотивашка. Хочу быть тамадой. Куда идти учиться? Не знаю. Как минимум, не ко мне в трансляцию задавать такие вопросы. Потому как тамада — это человек, который знает на все вопросы ответы. Это я по себе сужу. Коллаборации еще будут. Просто в этом году их целых 2 было. Да. Вот. 2, 3, 2, 1. Пу. Так. Уловки Норбита. А что это такое? Что это за интересненький момент? Соцсети, ребят, будут. Пожалуйста, не задавайте этот вопрос. Вы знаете, как вы меня этим вопросом напрягаете? Я чувствую себя обязанной. Я не хочу себя чувствовать обязанной. Я себя хочу чувствовать дающей вам какую-то радость от просмотра видео. Если вы ждете их, потому что вот, все интересно, нужно срочно посмотреть, потому как... Это и хорошо, что вам интересно, и вы потом посмотрите. Но это то же самое, как Шерлока ждать год. Год, Шерлок. Я не заставляю вас год ждать. И не будет такого, что я буду год монтировать. Нет, нет, это точно такого не будет. Потому как видео уже снимается, кстати, с новым цветом волос там будет. Потому как переплетение. И... Но люди ждут Шерлока. О. Вот. Слушайте, давайте я буду блокировать людей. Мне что-то вообще это начинает не нравиться, потому как я не люблю, когда в моей трансляции присутствуют люди с хоть каплей негатива, и не хочу их наблюдать. Если платье, то цвет должен подчеркивать образ. Ну, возможно, мне это все равно. Я сама по себе как бы образ. Поэтому я не буду выбирать что-то, чтобы особенно подчеркивало. Ты веришь, что 27 августа будет 2 луны? Если честно, я не знаю. Мне, кстати, много кто об этом говорил. Поэтому я на всякий случай посмотрю. Но мне кажется, 2-я луна будет такая бледненькая. И все. Так что да. Свадьба 17 сентября. Ой. Блин, вот мне в Перископе не нравится это обновление. Так, блин, почему так быстро эти комментарии идут? Приостановитесь, я вообще не успеваю даже читать. Кулон у меня вот обычный. Сергея Лукьяненко нет, я Андрея Лукьяненко знаю. Вот. Так, я говорила уже про обновление дизайна ВК, мне ужасно он не нравится. Ну, то есть он такой ни о чем. А, твоих родителей свадьба, мой ДР. Или в родительский ДР. Просто. Так. И ничего, я просто поражаюсь Перископу, который стал очень жестко глючить, и я не понимаю вообще, как тут вопросы идут. Они идут и исчезают сразу же, вот просто вот так, горкой. Я не успеваю просто читать. Вот, приостановился, опять, да, зашибись, офигенно. Как ты относишься к «Отряду самоубийц»? Мне фильм не то чтобы не понравился... Я вообще его не поняла. Вот, начнем с этого. Потому что многие разделились на «О, Господи, что за стрёмный фильм! О, Господи, какой классный фильм!» Я поклонник вообще в целом вселенных комиксов. Я поклонник Marvel, я поклонник DC. И мне очень трудно адаптироваться в фильме, который не адаптирован под вселенную, честно. Потому как такое впечатление, что он делался только для актеров. То есть, например, «Ой, у нас будет Джаред Лето, это круто, давайте-ка быстренько под него склепаем Джокера. Вот он будет такой, постоянно вот так делать». Нет, Джокер так не делает. Джокер так не делает. Вот, может быть, в образе Джареда Лето, да. Потом, Дэдшота писали, специально образ Дэдшота писали под Уилла Смита. Что? Да как такое вообще? Ну зачем? Ну то есть, блин, это... Короче, неправильно. Харли Квинн классная, мне понравилась. Но иногда, вот вы просто, если очень внимательные... поклонник вообще всех вселенных, ну, то есть, такие, вы начинаете замечать, что нестыковки конкретные происходят. Вот, например, зачем делать флешбеки, которые обрезаются, ну, то есть, конкретно обрезаны. Особенно вот этот момент, когда быстро-быстро Джокер там что-то происходит, и Харли Квинн уже такая сидит на машине. И я такая, чё? Что произошло вообще? Ничего не понятно. Так что вот. Так, вот, отлично. В конце все умрут. Приятного просмотра. Шутка. Что пьешь? Я пью кофе, как обычно. Ты знаешь про Лиама и Майли Сайрус? Давно эта новость, и я уже даже ничему не удивляюсь. Майли уже какая-то такая стала... давно там в семейную жизнь ушла, так что да. Лера, ты «Друзей» смотрела? Вот честно, я иногда не понимаю, меня как вообще формируется общество, которое меня смотрит в трансляциях. Вы либо следите за моим творчеством, либо вы первый раз меня увидели. Вот мне просто интересно, напишите об этом вот сейчас в комментариях. Вы первый раз на мою трансляцию зашли, вы ничего обо мне не знаете, вы не знаете, кто я, вы не знаете, какой напиток я пью, какие сериалы смотрю. But... На трансу, да. Где твой... Вот он стоит, кстати, сейчас покажу. Очень люблю его. Вот он, мое солнышко. Моя любовь. Моя любовь. Мой мальчик. Мы с ним отлично сочетаемся. Вот. Так что мои картинные галереи здесь пополняются. Не знаю тебя, но ты норм. Первый раз зашла на трансляцию. Чем? Я хочу, чтобы все люди... Здесь было комьюнити прекрасное. Я не понимаю. Я, например... Хотя я вообще трансляцию не смотрю. Ладно, соглашусь. Это... Да. Это мой косяк. Дорамы, да. Был у меня период, когда я прям такая... надо дорамы смотреть. Много дорам. Вообще просто втяните в меня. И там еще кей-попчика немного... Нет. А сейчас у меня такой период. Нужно... смотреть классические британские сериалы. Буду такая. Вот я молодец. Как мама отреагировала на новый цвет волос? О, понеслись вопросы подобного рода. Я маме уже даже сказала. Мама, готовься. Мама отреагировала хорошо. Хорошо отреагировала мама. Скажи, почему ты такая красивая? Спасибо вам большое за такие слова. Это очень круто. Спасибо вам. Почему ты именно в розовый перекрасилась? Потому как я захотела себе персиковый цвет. Это не розовый, это персиковый, если вы можете заметить. А он еще подсмоется и будет еще более персиковым, потому как он ложился на такой желто-платиновый, желто-слегка платиновый цвет. Поэтому вот такой будет у меня. Со скольки лет ты хотела переехать в Москву? С 2011 года, то есть отнимаем от 2016 2011 год, соответственно, будет 5 лет. 5 лет я уже в Москву, хочу и, ну, хотела, соответственно, через 3 года переехала. Лера, лечи нервы. Они у меня в порядке. Просто все замечательно. Если вы волнуетесь так об этом, это хорошо. Волнуйтесь дальше. Ты общаешься с Джарахом? Да, мы с Эльдаром хорошо общаемся. Просто бывают моменты, когда он приезжает в Москву, и тогда как-то состыковка... Что происходит? У меня там звуки какие-то из колонки доносятся. Так. Да-да. Опять странные вопросы. Что ты знаешь про общагу в МГУ? Я знаю, что там жить можно, но я бы не жила. Ну, то есть, я вообще, в принципе, общежитие, понятие такое, знаете, общажная жизнь, я не понимаю. Я в Краснодаре не жила никогда в общежитии, я в Москве не жила никогда в общежитии. Не потому, что я мажор, который может себе позволить снимать квартиру, а потому, что я человек, который не сможет нормально функционировать вне личного пространства. Я не могу, когда кто-то еще рядом со мной находится в комнате, чужой мне человек. Я маму-то терплю неделю, наверное, а вы говорите про других людей. Не, нафиг. Ага, сейчас. iPhone 6, все стандартненько. Кстати, ему уже почти сколько? Полтора года ему. И... Я так хочу уже поменять, но не хочу, с другой стороны. Вот, перископ просто... Поражает меня. Так. Вы заметили, что подзавис? Прекрасный перископ в четверг, да?